для сфер, качеств при жизни, например, современных реабилитаций для людей с ограниченными возможностями. Мы обязаны поддержать высокотехнологичные компании, выстроить благоприятную среду для стартапов, для быстрого внедрения новых разработок в производство. Главное, барбекю будет. Речь идет о удобной инфраструктуре, комфортных налоговых режимах, защите интеллектуальной собственности, техническом регулировании и венчурном финансировании. Наше технологическое развитие должно опираться на...